Так, друзья, небольшое кино. Сертификация идет. Сегодня 17 марта. Это последний раз для тех, кто опоздает и будет заказывать во второй половине апреля в мае. Так, ты это, давай подливай водичку. Ты видел, что немножко суховато, в углу было сухо? Да. Видел. Так, теперь отойду. Пусть все видят моего ребенка. Этот ребенок уже меня догоняет по росту. Вот, пятиклассник. Так, все, вылей. Все. Так. Все, размешиваю нормально, все, целиком. Потом покажем как это. Ну, так напомню. 6:1, 7:1. Если хороший чистый песок. Так, хватит. Теперь что надо сделать? Давай я тебе помогать буду одной. Сейчас повешу на шею. Так, давай я буду помогать. Поехали, вот это вот засыпали, вот столечко, размажь вначале, размазал, так, теперь пару жменек, еще, кулаками притопчи, вот, чтобы там не было воздушных прослоек, так, поехали дальше, ага. Вот весь процесс. Итак, покажи вот так вот, жменьку сделай вот так вот, ага, раскрой ладонь. Вот это и есть нормальное соотношение влаги и песка. Так, добавляю. Размаж. Вот это будет процесс. Закрываем потом плотно. Все мои тарелки большие уже использованы, потому что крышек у меня специальных нет, к сожалению. И еще, знаешь что, вот подай вон ту тару, вот которая, вот на полу, прямо перед тобой. Подай мне, познакомим. Дело в том, что у кого объемы меньше, вот эту я купил за 100 с чем-то рублей, вот и крышечку. Когда объемы другие, достаточно вот такой вот крышечки. Вот, так. И все. Вот эти, видите, слово мелкие. Это самое-самое. Вот. И что интересно, да? Нет, отвлекаться не будем. Поехали еще разочек. И хватит. Вот. Вот так, ты продолжай сам теперь. Что я за тебя работать буду? Я тебе 200 рублей обещал. И как говорил этот. Знаменитый этот. Видишь, что гири золотые. Сейчас ты чуть больше насыпал, чем я, значит, песку гораздо больше насыпешь сейчас. Вот. Ну, у меня в этом погребе еще банок таких 80, а может 100. Вот, но пока, к сожалению, спроса нет. Я разговаривал только с нашим Долматовым Валерием Александровичем по телефону сегодня утром. Вот, дела настолько плохи, что его отказываются вообще лечить, отказались. Вот, но сейчас ему кто-то подарил настойку из этих, из орехов грецких и черных. Вот, ну, а я его заставляю есть мякоть этих самых, мякоть маньчжурских абрикосов, вот этих самых. Вот теперь смотрите, что я не болтун. Все, Тимоша, без меня заканчивай. Кроме того, что пусть это будет профилактика. Я с перепугу каждый день съедаю до 10 зернышек. Я съедал по 3, по 5. Чего я боялся? Я боялся отравиться. Якобы синильная кислота. Потом уже перешел по 6, по 8. Ну, маленькие тут эти зернышки в них. В общем, ну и сама технология, смотрите, сама технология. Вот она, когда именно такие щипцы, или как их назвать. О, видите, зерно практически целое. Я кладу в рот. То есть, из-за этого зазора смятку не раскалывается.
В общем, понятно, да? Итак, профилактика. Так, чуть-чуть назад немножко, много сильно. Возвращай назад. Еще возвращай назад. Ага, вот давай вот столько, нормально. Так. И высыпай остатки. И все. Вот он, мой помощник, который умудрился за полчаса заработать 200 рублей. С чем я его и поздравляю. Так. Тимофей Николаевич, помаши для людям рукой. Здравствуйте. Все. Серьезный мужик. Вот молчун.